table. Я начну сегодняшнее видео словами из песни. Оставайтесь сильными и делайте все по любви. Сегодня, друзья, я вас приветствую в компьютерной мастерской под названием Happy PC 14.08.21. Это знаете, что означает? То, что завтра мне 28 лет стукает, поэтому я последний день наслаждаюсь 27-летием. Это идеально, чтобы, знаешь, немножко так проанализировать, что произошло за эти долгие 27 лет и какие-нибудь планы на будущее сделать. Но сегодня видео будет, я так скажу, с одной стороны, простое, с другой стороны, полезное и отвечающее, знаете, на такие банальные некоторые моменты, которые зачастую здесь оказываются, когда люди сюда приходят. Ну, для начала просто, друзья, покажу атмосферу мастерской сегодняшнего ролика. Наш Никита сборщик на фоне. Сколько комп стоил, друзья? В районе 400, наверное. 400 тысяч люди могут позволить себе, сидя у нас на диване, проинвестировать в компьютер замечательный. Собрали, Никитос его поднастраивает немножко с подсветкой, сделал полную укладочку кабелей. В общем, ну идеально. Идеально для тех, кто может позволить себе такие штуки, чтобы насладиться эстетикой современного компьютерного железа. Но суммы страшные. Друзья, за 400 тысяч, по-моему, можно дом в Ракитном купить и еще другую небольшой участок прикупить. Это вот современные реалии сегодняшней жизни творятся. Но это еще не все, потому что сегодня Армагеддон. Это суббота, день сокращенный, времени нету ни на что. Но завтра, в честь дня рождения, выйдет ролик, который, я так скажу, это прям совпало. Хороший денечек будет, и, наверное, компьютер за всю историю развития компьютерной мастерской будет самый крутой. То есть круче этого компа не было. Это тоже крутой, друзья, без обид. Это шикарный комп. Он даже более современный, чем этот. Но этот комп в 2019 году стоил 400 с хреном тысяч рублей до еще подорожания цен. Просто я так спойлерну. Посмотри, эту коробку затаскивали сюда, не знаю, впятером. Она весит как автомобиль и здесь осторожно хрупкая. Это полностью кастомная сборка от ребят из HyperX. А вы знаете, HyperX это... Ой, господи, бога ради, HyperPC, да, HyperPC, HyperX, там наверняка тоже что-нибудь присутствует. В общем, у нас HyperPC, эти ребята собрали компы, и клиенты, гарантия у них уже кончилась, пришли на обслуживание, и тут какие-то проблемы есть с тем, что игры нормально не тянут. В общем, на компе за 400 тысяч игры нормально не тянут. Мы с этим будем разбираться буквально чуть попозже, но для начала тема сегодняшнего ролика, друзья. Вы посмотрели замечательное начало, которое Данька смонтировал, давай кулачок, перебивочка прям от души была. И это еще одна боль, потому что... Люди могут позволить себе дорогую технику, но иногда немножко забегают вперед, знаешь, и делают вещи немножко вот так вот, не просчитав. Очень часто, кстати, звук до сих пор все работает, секундочку. Очень часто, когда техника дорогущая оказывается у нас на ремонте, после того, как человек решил сам что-то сделать самостоятельно. И здесь, как говорится, без обид, действительно, риски есть, если ты не сильно компетентен, в некоторых моментах начинаешь сам пытаться там сделать диагностику, почистить, могут возникать какие-то проблемки. И сегодня мы, друзья, открывая этот ноутбук, раскроем тему боли, если вы имеете современную железо, боли клавиатуры. Потому что сразу, Дань, наводись, посмотри, какой у нас шикарнейший просто аппарат. Это ROG Strix Scar 3. Бук на RTX, по-моему, 2070 здесь идет. На i7-9 поколения. Мощнецкая штуковина. 3 миллисекунды экран, 144 Гц. Это 17-ка. Светится со всех сторон, вы это уже видели. То есть и подсветка клавиатуры, и снизу левитирует. Даже есть NFC-модуль для того, чтобы скрыть самые важные ваши файлы в каком-нибудь секретном отделе. Что? Объясни про NFC-модуль. А? Да, конечно, объясню. То есть это такая вот штучка, которую, если ты очень грамотен, вставляешь, и у тебя появляется специальный раздел скрытый. Если ты грамотную настройку его сделал, то есть ты тут можешь действительно хранить, ну, скажем так, самое ценное, самое важное, что никто не должен этого видеть, кроме тебя. У каждого человека... Да, шпаркалки по УГЭ, как показывает оператор. И боль тут единственная одна, вот ты не поверишь. Вот смотри, приходит человек, и знаешь, как обычно, он говорит, можете клавишу мне поменять на клавиатуре? Это вот
не знаю, ну 90% человек заходит, он вырвал, допустим, клавишу на своем ноутбуке, говорит, можете просто клавишу поменять? У человека, естественно, в голове достаточно простой такой момент, ну клавиша, отрезать, что клавишу поменять не смогут. Вообще, фигня вопрос, как говорится. И приносят, показывают свою технику. И вот сейчас быстро мы вам, с вами пробежимся по истории вообще развития клавиатур в ноутбуках. И, по сути, их всего у нас есть, но если мне память не изменяет, ну, три, грубо говоря, типа устройства клавиатур. И каждый по-особенному плох и хорош. Первый тип клавиатур, где у меня тут что-нибудь такое наверняка валяется быстро. А вот, первый тип клавиатуры, это клавиатуры съемные, да? Это означает то, что буквально принес человек, и можно прям при нем за секундочку снять ее, два винтика выкрутить сзади, если она вообще на винтах идет, и пойти на склад, взять новенькую клавиатуру, вставить. Эта процедура занимает 5-10 минут максимум, чтобы еще до склада сходишь и еще руки сходишь помыть. То есть вообще без вопросов. Такие клавиатурки в среднем по стоимости там начинаются от 500 до 1500-2000 рублей, в зависимости от крутизны ноутбука, стоимости и редкости. Есть старючие клавиатуры, старючие дешевые ноутбуки, которые стоят как эти ноутбуки. Но это редкий случай. Зачастую вот 1000-1200. Есть это средний ценник там, установки грубой клавиатуры в такие простые аппараты. И это означает то, что ты его можешь залить, обить об пол, все клавиши вырвать. Зачастую проблема, там ребенок молодой в семье вырывает все клавиши. Это не страшно, это дешево, это очень быстро и безболезненно. Есть же второй тип клавиатур. Это клавиатуры, которые называются вклепанные. Это самые, наверное, болезненные варианты, которые мы, про которые мы сейчас расскажем. Давайте сначала расскажу про третий. Третий тип клавиатуры, это которые вклепанные. Не вклепанные, они вкручены в топ-кейс верхний. То есть я не знаю, на примере, чего мне тут тебе показать. Ну, не сами то, что тоже вклепано. Вот, допустим, ноутбук. У него есть верхний топ-кейс, да, крышка. Тут клавиатура легко не снимается. Но такие модели, допустим, V3, 571, они, эта клавиатура просто снизу закручивается в этот топ-кейс. Эта процедура занимает чуть подольше по времени, скажем, ну, можно в течение там 20-30 минут перед человеком разобрать ноутбук, достать топ-кейс, также выкрутить клавиатуру и закрутить ее обратно. Это считается второй по сложности вариант. Сложность заключается в том, что ты все равно разбираешь ноутбук. Это такой моментик, но простота в том, что, опять же, ничего переклепывать не нужно, ты просто на винтиках аккуратно выкрутил. Это, ну, такое себе. Вот. И это тоже дешево достаточно. Просто разборка ноутбука и вкручивание обратно клавиатуры. И вот самый ужасный, самый третий тип, это когда клавиатура полностью вклепана в топ-кейс. Ох, друзья, это супер настоящая боль. И вот на примере вот этого аппарата, который я вам скажу, стоит 160 тысяч рублей примерно, либо стоил. Ну, то есть под свыше 150 тысяч рублей у нас техника, которая... супер боится любых взаимодействий с ее клавиатурой, и вы посмотрите. Вот человек нам принес, сказал, проблемка вот в данном случае с клавишей. И в данном случае не конкретно этот человек, но обычно бы пришел и сказал, можете просто эту клавишу поменять. В чем сложность замены клавиши, друзья, вот на таких аппаратах? Просто одной. Во-первых, нам нужно иметь в точности такую же клавишу, но проблема даже не в клавише самой. Проблема в том, что эта вся ерунда устроена по системе, ну, знаешь, так скажем, качелек. Их миллиард, миллиард с плюсом разное количество, но, грубо говоря, снимая кнопку, вот просто с клавиатуры, вот мы ее вырываем. Здесь есть еще, посмотри, в основном какая вот ерунда. То есть помимо самой кнопочки, клавиши, у нас есть еще качельки. Они в основном состоят из двух частей. И эта ерунда настолько нежная, что вот каждый вот этот вот усик, каждое вот это вот крепление, оно, во-первых, очень индивидуально под каждую модель ноутбука, причем может быть одна и та же модель ноутбука, а тип качелек разных. То есть одна и та же модель ноутбука, там может быть 3-5 разных типов этих качелек. То есть формально кнопка выглядит одинаково, снимаешь ее, и она уже не подходит под конкретную твою модель. В этом сложность заключается, вот, знаешь, по кнопочной замене этой клавиатуры, поэтому зачастую просто целиком это все дело меняется. Вот. И, соответственно, если человек приносит ноутбук без вот этих вот родных качелек, без родных тех креплений, либо если они где-то надломные, то есть, допустим, вот этот вот маленький усик, он надломан, то все, друзья, это просто можно брать и вот так вот все это дело выкидывать, потому что найти такое же практически нереально. Поэтому, когда вот вы вырываете клавишу, в идеале сохранить обе качельки, даже если бывает, их можно там немножко подделать, вот, иначе шансов вообще практически не в полностью вклепано в топ-кейс. Ох, друзья, это супер настоящая боль. И вот на примере вот этого аппарата, который я вам скажу, стоит 160 тысяч рублей примерно, либо стоил, ну, то есть под свыше 150 тысяч рублей у нас техника, которая... супер боится любых взаимодействий с ее клавиатурой, и вы посмотрите. Вот человек нам принес, сказал, проблемка вот в данном случае с клавишей. И 531G. Это в данном случае наш аппарат. Залетаем быстро. Я тут люблю некоторые сайты, которые имеют возможность предоставлять сразу новые оригинальные клавиатуры. G731. ГВ, вот, допустим, щелкаем. Посмотрим, что на том же экстрапарсе у нас есть. Клавиатура есть. Ага, ой-ой-ой, вот SCAR 3.
Вот она, черная. Это вот отдельная эта клавиатура. Просто это отдельная клавиатура. Стоит 300 без доставки. Вот просто клавиатура. Причем это, чтобы вы понимали, будет процедура переклепки. Когда огромное количество маленьких вот этих вот заклепок выклепываются, эта клавиатура вставляется. Работа пипец сложная с точки зрения затраты эмоциональных, временных и аккуратности. Потому что, не дай бог, какая-нибудь кнопочка отлетит, не дай бог, как-нибудь плохо сядет, где-то будет провисать. То есть, по сути, у тебя будет не оригинальный топ-кейс, но клавиатура, не, ну, назовем так, не с завода заклепанная. У нас для этого есть специальная 3D-ручка даже, специальная куча разных составов, чтобы это все аккуратненько сделать. Эта процедура геморная, но она делается. И по деньгам она не такая дешевая, потому что тратит, ну, я так скажу, по-хорошему, треть рабочего дня хорошего мастера, вот чтобы просто тупо сделать механическую эту работу. Ужасная. Но, если вы хотите в оригинале себе вот такую клавиатуру, хотя вылетела просто одна кнопочка, человек здесь ее решил почистить. То есть ошибка, скажем так, супер дорогая, потому что я сейчас скажу, сколько она стоит. Вот ошибка просто самостоятельно почистить себе клавиатурочку обошлась человеку вот в одну кнопочку. И единственный вариант, что это сделать нужно, давай, иди сюда, Данька. Ты готов? Это набраться смелости и заказать оригинальную запчасть, которая, знаешь, сколько стоит? Которая стоит как ноутбук. Которая стоит как ноутбук. Да, не такой, но тем не менее. Вот в данном случае, друзья, то, что сейчас процедура, которая будет делаться, это замена полностью оригинального топ-кейса. И такая ерунда, чтобы вы понимали, заходя вот с вопросом замены кнопочки, по-хорошему меняется вот так. Целиком. Топ-кейса верхним, это ерундень. Со слов клиента, в данном случае ему обошлось 16 тысяч рублей. Вот 16 тысяч рублей просто заменить клавиатурку, поэтому ошибка самостоятельной чистки там в данном случае клиенту обошлась вот именно в такую сумму. Это не считая, грубо говоря, работы по замене. Самый минимальный ценник по работе по замене топ-кейса в данном случае, я так скажу, начинается от где-то 3000 рублей. Потому что ты делаешь полную чистку, профилактику, правда, полностью разбираешь и рискуешь техникой за 160 тысяч рублей. Это вот минимальный ценник, за которым вот мы в данном случае, я сейчас буду быстренько это все дело перекручивать и смотреть. И вот про то, что я вам говорил, друзья. Так что, когда вы берете ноутбук, учитывайте вот все эти моменты, вот эти огромное количество заклепок, которые в ином случае ты делаешь самостоятельно и расклепываешь. Вот представьте, теперь миллион их тут просто находится, и все они требуют бережного внимания, расклепки, которые не предусмотрены на самом деле заводе. То есть современная техника, дорогущая техника не предусматривает замену клавиатуры отдельно, она предусматривает замену верхней топ-кейса. И это супер очень дорогая запчасть. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы сейчас занырнем вглубь этого сумасшедшего скара и посмотрим, из чего он сделан, и постараемся заменить топ-кейс, чтобы у человека все прекрасно работало. Погнали! Из особенностей, друзья, в данном случае мы уже открыли крышку этих аппаратов, посмотреть, что является. Во-первых, нужно это делать очень аккуратно, поскольку мы имеем по периметру RGB-шную подсветку. Я, так сказать, не припомню модели, которые имеют. И вот помимо вот этих, в данном случае, Strix от Asus, здесь у нас идет очень тоненькие два кабелечка, которые потом фиг вы где возьмете. Вот это дело подключается к дископлате и, снимая эту крышку, нужно быть очень нежным и аккуратным. Отключаем сразу батарею и давай вдохновимся, потому что здесь у нас RTX 2070, друзья, идет. И вот представьте, чтобы эту штуку охлаждать вместе с жарким процом, что приходится выдумать производителю, чтобы мы не грелись под 400 градусов, как в данном случае стоимость нормальных сборок компьютерных стоит. Посмотри, у нас здесь присутствует очень интересное достаточно решение. Вот такие испарительные камеры. Здесь у нас на... давай правде глаза посмотрим, что это у нас получается. Это у нас GPU, скорее всего, кулер. Это у нас CPU, скорее всего, если я прав. Здесь у нас идет одна здоровенная смежная теплоотводящая трубка на радиатор, которую я до сих пор, кстати, не пойму. Вот Alienware, они делают интересно. Они делают отдельную систему охлаждения на процессоры, на видеокарту, что мне кажется более логично. Здесь же многие производители всегда обмениваются теплом вместо GPU и CPU. Мне это не совсем понятно, насколько это грамотно. Но я думаю, инженеры там просчитывали более все четко. И у нас, посмотри, охлаждение видеопамяти, то есть всей подпитальникой нашей видеокарты RTX, неудивительно. Тоже идет отдельная испарительная камера, трубка. И здесь у нас, по сути, раз, два, три радиатора. Два кулера при этом присутствуют. И при этом при всем у нас температура, друзья, под 90 соточку. Хорошо! То есть сколько бы ты камер не лепил, температура все равно вылетит. Это при том, что эта система охлаждения считается достаточно крутой, и Asus позиционирует ее как: ух, дружище, мы с тобой действительно холодные. Давай подзаменим этот топ-кейс и посмотрим, сколько все-таки он после профилактики будет греться. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hostile, trying to flip it out the stove. Rocking fake J's. Из интересных особенностей, друзья, посмотрите, как устроен модуль у нас Wi-Fi в данном аппарате.
просто. Вопрос, где он берет антенны, потому что, грубо говоря, все антенны, и это сразу в материнскую плату приходит. Достаточно интересное решение, такого нигде не встречал. И остается у нас грамотно. Вот у нас отдельным идет в данном случае наш ключик, NFC-модуль, который также подключается. Тут даже написано NFC в материнскую плату. И грамотно сейчас все кабелечки пересадить. Ну, достаточно процедура четкая, понятная и красивая. Надеемся, с новым топ-кейсом проблем нет. Вот они, нашлись антенки. И какая ответственная процедура? Теперь посмотри. Теперь это все с родного топ-кейса. Каждый этот проводок, в каждый ее пазл нужно обратно прокинуть. Начиная от колонок, заканчивая, придется снимать, выклеивать вот эти антенки, обратно их вклеивать в этот топ-кейс. То есть, скажем так, нежно-творческая процедура, ничего нельзя ни в коем случае допустить. И вот эта крышечка у нас тоже отдельно снимается, и мы получаем доступ к петлям, которые также придется сейчас туда аккуратно пересаживать. Есть чем заняться, и мы этим занимаемся. Live life fast or die too young, 100 miles per hour might crash cause a good die young, yeah a good die young, push it to the limit, I can't go no more, red light, no way I'm coming back home, long dirt road all on my own, I'ma be the greatest, write my name in the stone, write my name in the stone, yeah I'm coming back home, yeah I'm coming back home, write my name in the stone. В каждой истории есть завязка, кульминация и развязка. И мы подходим именно к развязке, друзья. Давайте, на ваших глазах была проделана процедура. Я так скажу, пипец какая она тоненького, потому что когда ты берешь технику за 160 тысяч рублей и начинаешь ее полностью разбирать, полностью все менять, полностью все перекидывать, миллион количества разных шлейфов и проводочков, есть риски того, что ты звонишься клиенту и скажешь, где как, номер телефона к Сбербанку привязан, я вообще 160 тысяч переведу, а ваш ноутбук себе отставлю. Но старенький топ-кейс у меня в руках. Все с ним бодрячком, кроме отсутствия вот этой вот роковой кнопочки и качельки, которая человеку по данному, по моим подсчетам, обошлась в 19 тысяч рублей. Если мы считаем вместе с работой, 16 тысяч рублей топ-кейс, и 3 рубля за то, что я сейчас на ваших глазах творил, я возьму. Но давай, одно дело, что еще брать? Надо показать, все ли хорошо. А у нас здесь все прекрасно, друзья. Все прекрасно, это означает то, что... Посмотри. А, кстати, я не проверил клавиатуру. Я говорю, все прекрасно, клавиатуру не проверил. Кстати, клавиатурочка проверяется достаточно, друзья, легко. Можно зайти на любой сайт и написать проверка клавиатуры онлайн. И посмотри, какая удобная утилитка. Это достаточно быстро. Вот такой, и так бра! 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 Все, все работает, слава богу. То есть она прям... Ну-ка, эти есть? Да, эти тоже реагируют. Все, все, все замечательно вообще. Ну-ка, F-очки. Ну, в общем, красота, друзья. Слава богу. Не-не-не, это scroll lock у нас нету, end у нас тоже нету. Ага. Так что за это можно не переживать. То есть, какие-то, если каких клавиш нету, то их нету в принципе. Фу! Выводы, друзья. Выводы какие? То, что... Риски... Нет, вернее, самый главный вывод. Если у вас похожие ноутбуки, друзья, готовьте... кошельки, в прямом смысле этого слова, потому что даже банальное отсутствие кнопки вам может обойтись, ну, я говорю, вот почти по 20 тысяч рублей, как в данном случае. Если у вас ноутбуки попроще, рассчитывайте так, что клавиатура с переклепкой, рубля, я так скажу, 3-4, а то лучше топ-кейсом целиком покупать. Все равно готовьте так, знаете, в районе 4-5 тысяч рублей, чтобы просто заменить клавиатуру, если вдруг ваше дитё или вы сами во время чистки вырвали себе клавишу. Это нормально. То есть я вот сейчас хочу донести то, что, друзья, казалось бы, проблема супер простая, но которая стоит супер дорого. То есть вот как бы это звучало не логично, оно так и есть по факту, и это не прихоть там мастерской или наглых мастеров, это судьба. Дорогая машина, дорогое обслуживание. Типа того, дорогая машина, дорогое обслуживание. В данном случае вы теперь знаете, как это все. Вот чтобы просто заменить одну кнопочку, человек потратил 19 тысяч рублей, и по итогу у него получился топ-кейс. Единственное, что, конечно, наклеечек вот этих вот фирменных, это уже по желанию клиента. Переносить их, не переносить, конечно, когда наклейка RTX и полное это, знаешь, добавляет лука, но так аппарат тоже выглядит гораздо строже. И напоследок, просто чисто символически, чтобы вы понимали, насколько аппарат... Знаете, разогревается после чистки профилактики. Я прям это сделаю, чтобы уже полностью добить, так сказать, всю ситуацию в правильное русло. Запускаем OCCT стресс-тест и посмотрите, насколько такой аппарат будет греться, если вы его приобретете. 9750H. Наш процессор, это 12, типа точно, если мне память не изменяет. Давай-ка мы возьмем вот, не частоту, а бенчмарк наш, нет, тест. И запустим какой-нибудь стресс-тест. Вот он у меня тут. Пауэртест, и посмотрим, сколько эта штуковина будет греться. Посмотри. Главное, что работает снизу подсветочка. Вот все, что вот, все, что нужно было сохранить, это не оторвать вот эти два шлейфика, и они работают. Ну-ка, давай, подзавершим.
подзавершим красиво. Врубив стресс-тест, я вас сразу хочу показать, на что стоит обращать внимание. Вы знаете, друзья, то, что купив супер мощный и топовый ноутбук, зачастую вы не получаете даже близко его производительности, просто по причине того, что частоты на реальные, которые может техника выходить. Вот сейчас, допустим, 3-4 потрясающие частоты для этого процессора. Но стоит нам немножко подождать. Сейчас он будет, на самом деле, даже повышать их туда-сюда дергать. Смотри, как у нас упали, да? Да, 1,7, 1,8, сейчас на двушечку куда-нибудь выйдет. Сейчас он врубит кулера, поймет, что у него есть нормальное состояние. О, температурка, видишь, 70 градусов. Ну, я думаю, он зафиксируется под 90 где-то после определенного стресс-теста и выйдет, значит, на ту там в районе где-то, вот сейчас 1,9, в районе 2 ГГц. Это типичное поведение данных аппаратов, поэтому в полколена будет процессор работать на полной нагрузке в стресс-тесте. Это вы должны учитывать даже после полной профилактики, а до этого аппарат грелся 90+. Фу, все, я все рассказал, надеюсь, что-то полезненькое вы, друзья, узнали. Берегите свои клавиатуры, клавиши, будь то вот такие вот, знаете, как вот это вот клавиши. Хотел красиво сломать, а в итоге сломал себя. И те, которые вклепаны обязательно внутрь ваших ноутбуков, чтобы экономить ваши денежки. Спасибо, что посмотрели. Это был последний день Дани в возрасте 27 лет. Завтрашнее видео вы можете будет смотреть, когда мне будет 28. Жизнь не останавливается. Где-то есть старт, где-то есть, знаете, как я говорил, кульминация, где-то есть концовка. И мы потихонечку движемся в концовке, но наслаждаясь от кульминации. Увидимся в будущем. Пока-пока.